Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с лайнером премиум-класса круизной компании Celebrity Cruises. Celebrity Silhouette относится к классу Soltis, что говорит о его новейшем оснащении. Является братом-близнецом Celebrity Eclipse. Спущен на воду в июле 2011 года. В длину составляет 324 метра. 13 пассажирских палуб вмещают в себя 2886 человек пассажиров и 1500 человек членов экипажа. Отличительная черта лайнера – это корма в виде утиного хвостика, что придает судну особый вид. Celebrity Silhouette представляет из себя настоящий шикарный отель с эксклюзивным обслуживанием и многообразием услуг. Убедимся в этом! Гости Crew Club, добро пожаловать на борт! Дизайн лайнера неповторим. Здесь все очень продумано. Когда вы окажетесь на борту, вы сразу почувствуете элегантную, теплую и уютную атмосферу. Каждый уголок оформлен с тонким вкусом. По всему кораблю висят картины, стоят различные скульптуры, камины, живые цветы и деревья. Все это очень сочетается с современным стилем корабля. Добрый день! Четвертый лайнер класса Soltis обладает эксклюзивными для Celebrity характеристиками. На его верхней палубе находится знаменитый клуб на лужайке. Это настоящий газон размерами превышающий 8 теннисных кортов. Здесь атмосфера загородного клуба. Можно играть в гольф, полежать в гамаке, посидеть на травке или просто прогуляться по палубе. Рядом находится ресторан-гриль, где вы можете насладиться бургерами и другими блюдами на гриле, любуясь пейзажами за бортом. Приятного аппетита! На лайнере Celebrity Silhouette множество ресторанов с превосходной кухней на любой вкус. Основной двухъярусный ресторан Grand Cove Dining Room, обладающий поистине голливудской атмосферой. Этот ресторан готов предложить своим гостям классическую мировую и континентальную кухню, дополненную высоким обслуживанием европейского класса. Заказ еды по меню. Столики рассчитаны от 2 до 8 человек. Ocean View Cafe – шведский стол, открытый практически 24 часа в сутки. Предлагает всевозможные закуски, блюда итальянской, азиатской, европейской кухонь, фрукты и выпечку, десерты. Напитки, представленные в зоне шведского стола из кулеров, на борту бесплатны. 4 альтернативных платных ресторана с фирменными блюдами – Мурана, Куазин, Тоскан Гриль и Блю. Французка Мурана вас будет окружать оригинальное венецианское стекло в сочетании с современной европейской кухней и великолепной картой вин. Бронирование на человека $50 без вина. А в модернистском Куазине вам предложат широкий выбор экзотических блюд со всего мира. Это уникальный неповторимый ресторан. Кстати, первый ресторан с видом на море, предлагающий интерактивное меню на iPad. Бронирование столика $45 на человека. Тоскан Гриль – ресторан итальянской кухни, дизайнером которого также выступил современный американский архитектор Адам Тихони. Бронирование столика $45 на человека. Ресторан Blue, работающий только для пассажиров в кают аква-класс. В многочисленных барах вас ожидают приятные напитки и изысканная атмосфера. В мартини-бар вы будете приятно удивлены необычным оформлением. Ледяная барная стойка сделана из настоящего льда. Яркой особенностью Celebrity Silhouette является винный погреб Cellar Masters. Его дизайн действительно впечатляет. Погрузитесь в мир вин и поучаствуйте в дегустации. Клуб «Мишель» – копия английского закрытого клуба с неповторимой атмосферой и изысканными интерьерами, только для пассажиров, проживающих в сьютах. Сэндвичи, салаты, легкие закуски, десерты – все это вы найдете в ресторане «Bistro on Five». Кафе «Альбаже» – итальянская кофейня с широким выбором кофе, выпечки и мороженого. На борту каждый сможет найти себе развлечения. Кого-то заинтересует шоппинг-центр беспошлинной торговли, где представлены широко известные бренды модной одежды и аксессуаров. Для любителей азартных игр идеально подойдет казино «Фортуна», оформленное в стиле известного на весь мир казино в Монте-Карло. Идеальное место для танцев всю ночь напролет – ночной клуб «Квазар» с зажигательными ритмами цвета музыки и света. Для любителей почитать на борту имеется двухэтажная библиотека, в которой представлена коллекция книг на разных языках мира.
Вечером обязательно посетите роскошно оформленный трехуровневый театр с всемирно известными бродвейскими шоу. Если вы привыкли всегда быть на связи и оповещать своих друзей и родных о своем местонахождении, к вашим услугам круглосуточное интернет-кафе. Услуга платная. Компания Celebrity и на этом круизном судне не забыла о детях. Детский центр Fun Factory и X-Club с игровой комнатой предназначены для детей от 3 до 17 лет, которые будут находиться под наблюдением профессиональных педагогов. Здесь детям предложат множество игр и развлекательных мероприятий. На борту есть укромное место – Hideaway, где вы можете расслабиться, отдохнуть, бесплатно выпить чашечку чая или кофе. Поддерживать себя в форме во время круиза несложно. На 12-й палубе находится прекрасно оборудованный зал для занятия фитнесом и множеством тренажеров. Доступ бесплатный. Обязательно возьмите с собой спортивную одежду. Услуги тренера за дополнительную плату. Рядом с залом салон «Акваспа» с профессиональными мастерами красоты. Парикмахеры, косметологи, массажисты, мастера педикюра, маникюра и спа-процедур позаботятся о том, чтобы до конца путешествия вас не покидало ощущение пребывания на хорошем курорте. До и после приятнейших процедур предлагается на выбор отдохнуть в разбитом прямо на территории спа-центра Персидском саду или в специальном панорамном зале с видом на море. Для тех, кто хочет освежиться и позагорать, на той же 12-й палубе имеется несколько бассейнов и джакузи. Два находящихся рядом, один для взрослых, второй для деток, помельче, под открытым небом, и крытый, спокойный и безмятежный в соляриуме при спа, где можно искупаться и при плохой погоде. Дождь и холод не помешают. Рядом с соляриумом располагается спа-кафе, предлагающий только здоровую пищу. А у открытых бассейнов в барах Pool MS Bar вы всегда сможете выпить напитки. Все каюты на корабле максимально комфортные. В каждой есть две кровати, конвертируемые в одну большую. Ночной столик, телевизор, сейф, платный мини-бар, халаты. Достаточно просторная ванная комната, декорированная светлым деревом, а не белым пластиком, как на классе стандарт. На корабле всего 10% внутренних кают, по площади составляют до 17 квадратных метров. Внешние каюты с окном по метражу такие же, как и внутренние. Единственное дополнение – это обзорное окно. Большую часть корабля занимают каюты с балконами и сьюты. Стандартные каюты с балконом, каюты консьерж и акваклас, метражом 23 квадратных метра, включая балкон, различаются между собой расположением на палубах и дополнительными услугами. Каюта Family, как и стандартный балкон, но уже по площади до 58 квадратных метров, с двумя спальнями, максимальная вместимость 5 человек. Сьюты площадью от 35 квадратных метров до 80 квадратных метров. И двухкомнатный пентхаус с собственным джакузи и лежаками на балконе площадью 156 квадратных метров. С подробной информацией о описании кают, дополнительных услугах и привилегиях вы сможете ознакомиться на нашем сайте crewclub.ru в разделе «Корабли». Чао-чао, до свидания! Лайнер очень большой и очень красивый. Отличное обслуживание, дружественный персонал, хорошая еда. На шведском столе нет очередей, многообразие развлечений. Я в восторге от верхней палубы. Отдых на Celebrity Silhouette не оставит вас равнодушными.